Бокер Тов, доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш третий урок по недельной главе Торы Ваикра. И речь пойдет о соли. Тора говорит, что при всяком приношении жертвенном приноси соль, обязательно с солью. Что такое соль? Наши мудрецы говорят, что это как союз соли, брит мила халам. Соль сама не портится, ее не сожжешь, ничего с ней не сделаешь. Она только кашрует продукты, она может хранить продукты. В общем, и блюда без нее не законченные. Получить вкус и даже аромат без соли невозможно. И поэтому мы должны при всяком приношении жертв в храме приносить соль. Естественно, это не касается дров или крови животных, вот, или винных приношений. Здесь соль не идет, все остальное солью. Если ошиблись и с мясом животных соль не принесли, жертвоприношение все равно засчитывается постфактум. Но если хлебное приношение принесли без соли, не засчитывается, потому что это прямой текст Торы, где говорится, что всякое хлебное приношение приноси с солью. Только так. Поэтому это очень важная заповедь. Если мы берем, допустим, виды жертв. Значит, мы ежедневно сжигаем два ягненка. Утреннее приношение и дневное, после полуденное время ягненка. И солим солью мясо, потом сжигаем, расчленяем его на части. В общем, шкура остается коину, который ее резал. Кровь сливается, допустим, при всесожжении кровью окропляют жертвенник со всех сторон. И солью сыпется и сжигается. Но он еще добавляет к нему и мучное приношение. То есть берут, если это ягненок, берется 1/10 эйфы муки и добавляется в него 1/4 гина масла оливкового и смешивается все, и соль добавляется, и проваривается эта смесь, и потом пропекается, преломляется и сжигается тоже. И туда идет соль обязательно. А дальше нет. Дальше идет возлияние вина, тоже 1/4 гина на жертвенник, здесь соль не идет. Вот так. Так Тора нам предписала. И то же самое происходит после обеденное время, после обеда. Если это суббота, то еще добавляется к молитве Муса 2 ягненка с таким же приношением хлеба, с таким же приношением вина. Вот так. А если это еще и праздники, то добавляется еще больше всего. То есть добавляется у нас, допустим, это Рош Ходеш, который чаще других праздников, добавляется 2 молодых быка и 1 барана и 7 ягнят годовалых, и козла в приносительную жертву приносим, и все это с приношениями хлеба, и все, везде соль идет, и приношение идет вина на жертвенник. В общем, везде у нас нужна соль. На сегодня наш урок заканчивается. Пусть он будет во имя мира. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Лев бен Шмуэль, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, память Юрий бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Борис бен Мария, Светлана бат Клара, Анна бат Ривка, Полина Перт бат Соня Сура, Жанна бат Ида, Лена бат Клара, Анна бат Елена, Евгений бен София, Двойра бат Мирьям,
Моисей бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений бен Берта, Евгения Бат-Ита, Исхак Шимон бен Бейла-Мотл, Фира Бат-Ана, Гитл Бат-Мирьям. За хороший дух Арона Ребен Двойра, Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не стесняйтесь. Всем всего самого наилучшего.